Привет, друзья! Страшное ДТП с фурой произошло 3 августа в Нижегородской области, в Арзамасском районе. По предварительным данным, Матиз стоял в своей полосе для поворота на Ломовку, пропуская встречку. Сзади его догнал Ларгус и не успел увернуться. Матиз вышвырнуло на встречку под колеса фура. По предварительной информации, водитель Део Матиз погиб. Сообщается, что им был житель Ломовки. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.